И молчание сразу. Не пульте, подождите, сейчас встану. Потому что все, значит, сказали, что. Значит, к боссу подошли. Значит, все. Сейчас будет другой лайфхак, кто пиздит, там. Поставьте, пожалуйста, Дживса, кто-нибудь. И маги, если есть, столик поставьте. Это что-то сегодня не подготовился к рейд. Два раза столик ставили. Сегодня. Блин, меня не было на этом пиршестве просто-напросто. Мне просто еще свечей от геморроя надо купить, блин. Блять, вот. Ты представляешь, какой геморрой? 25 тел по 3 раза бафать вручную, блин. Кстати, сегодня все с дисплеем нормально будет. Еще бы поссать отойти. Ты как будто не знал, что шел в УКХМ, надо сразу было с собой пластиковую бутылку. Ебашишь ведро просто и все. Как девочки пластиковые? Рейдовое ведро, да? Слышь, а был какой-то фильм, я уж не помню какой, там типа для девочек специальный прибор какой-то есть, типа, блядь, на природу поставить что-то. А, я видел это, на Алиэкспрессе продают. Силиконовый, престижной такой. А снова спулите. Смотрите немножко. Прижмитесь к стенке. Рейдовое ведро. Рейдовое кресло. Шторы вправо прими и останови. Блять, я, конечно, любитель понести хуйню, но столько хуйни, сколько сегодня я услышал, я никогда не нес. Чего, это сначала... шоу третий день карантина называют. Сзади пак идет. Не сагрит. А че мы не спустим? Стенки. Заводи Google. Настя, на паладинов, на протиков не кидайся ты, когда у них манна на нулях. Пусть манну регенят. Да я забываю, что нельзя ни на пианиста, ни на кого-то вообще щиты кидать. Они мне не вынесли. Моли, молитву в них, и все, нахай, пусть молятся. Суки, поняла. А разве ДЦ, вот когда щит схлопывается, там не дает ресурс? Значительно меньше дает, чем паладину хотелось бы. Паладин быстрее так отрегенит. Ниже клятвы еще есть. И прото маф. Не все верят в клятву. Хотя, с другой стороны, пока пак бьем, лучше накидывать щит, потому что он практически сразу упадет, и какой-никакой, а тоже бонус. Зубы на него, пусть кричит, зубы мне, крылья. Да, еще что. Самый раритетный, блин, дефицитный товар. Обойдется. Маску там еще идет. Маску. Отводите, отводите. Отводите, отходите к стене. Шторы. Сагришь. Шторы. Блять, отойди к стене. Кого, блядь, сагрил? Блять, тотемы. Уже сагрил кого? Это тотемы сагрили. Я. Это ты сагрил. Это что равина? Не убейте, ДЦ. Блять, агро не висело. Что пиздить? Ну не просто же так говорят. Агро не висело, блять, не на меня побежали. И он еще говорит, что он трезвый, да? Я трезвый, реально. Держится рядом с танками, бегает, блин, постоянно. Ты трезвушка, стеклушка? Или стеклушка, трезвушка? Я не буквально, ребят. То есть остекленевшая, да, как Высоцкий пел. А Высоцкого, в принципе, мне. Че он пел?
Бля, вы бы на игре сосредоточились маленько. Ну я не знаю, в чем меня обвиняют, бля. Агро не было, ничего. Там тотемы, по-моему, были на пути мобов. Тотем, на тотемы люди, на тотемы побежали, вся эта хуйня. Я не знаю, что мне сказали тут. Все, конечно, въебите хорошо. Мои, да. За любую смерть на трэше я начисляю ГПшку. Полрейда надо подъебить. За тотема, блядь. Второй вайп на трэше. Печально. Ну, наверное, масуху кастует не на всех КД. Эдвара нету. Если что, тут рыба стоит рядом с вагабондом, можете поесть, и сейчас уже пак подойдет. Пуляю трэш. Не увижу контроля. Кто-то сдохнет. Ведь... Да, 5 секунд есть. Да кто пукает там, блядь? Ты когда с кого-то диспел снимаешь, он обтирается. Походу надо уже моты раздавать на недельку. Вага, посмотри, у кого это хуйня. А я вот только оверлей включил. Не могу сейчас увидеть. Станы на мобов работают ОВ-шны, чтобы не хилились.
Мазер, 4 танка на босс. И вот почему 4 танка сразу в спек. Ты вред лучше не пульсовал. Ну, я не знаю. Я за приход не получу. Ну, за уход 250 получишь. Окей. Перед рейдом надо все эти нюансы предупреждать. Ну, не всегда известно. Больным всегда. Еще раз. Килл, делаешь фаера. Угу. Учитыванием. И контролишь провиц. Мне портануть тебе надо будет. Портуй сейчас. Резист будешь ловить людей. Делору ставишь пету автокаст. Где спелла? Локи. Казом тоже собак вызываете и ставите автокаст где спелла. Две минуты есть отойти? Ну, уже пуляем. Ставлю рыбу. Как уже пуляем, если у нас минус один в рейде, двое у нас непонятно где. Ну, суммоньте. Суммоньте людей. Кого нету, 250 до сих пор. Кто не может ни прилететь сам, ничего. Кого нету в инсте. Меня только добавили. Я не знал, что я пойду. Сколько ты уже сидишь в Дискорде, разговариваешь? Блин, если бы я знал, что я изначально пойду, я бы сразу полетел. Заодно проверим, готовы к зачёту. Рыба стоит. Наверное, Слобик там отписал, у него света нету. Ну, все, убирай 250. Сядь, заходишь. Лёх, ты чё злой такой сегодня? Мозер Библ. Мне просто интересно, вы пришли сюда, блядь, попиздеть или... Лёш, ну ты границы, это видите, человека электричество отрубили. Ладно, мы болтаем. Но за электричество 250 это уже маразм. Всем привет. Шамиль, чё не попрощался? Всё, давай, пока. Всё, му. Лёх, ты лагаешь, если чё. Говорю, ещё раз кто-то начнёт фудить, блядь, как... Давай, будет ездить.
заебали. Вот такое ощущение, что пришли, блядь, сюда, грубо говоря, по слакать. Я пришел, босс. Если вы пришли тут, блядь, волоебить и дальше здесь нихуя не делать, то ваши... Этот... Порталы Локи тоже. Со стороны звездочки. Дальше СС. Один по мне Делорес, по Кавату Казум. А Локи даешь СС по Ваге. Следующий нюанс. Луцин забираешь жреца, Кават забираешь провидца. По жрецу сбивает косты. По жрецу сбивает косты. Кирс, сядь, Жунуэн. Жунуэн первый. По провидцу сбивает все косты анкил. Дальше. Резист ловишь людей. По диспелу дает один диспел Элбрил, один диспел Настя. Все. Больше диспелов нет. Локи всех петов вызываем. И по поводу залития мобов. Все быстро свитч мобов. Чем быстрее заливается моб, тем меньше будет у вас... Блять, да, ассиста войду. Этот, чем быстрее зальется моб, тем быстрее, блять, меньше хилам хилить. Даю проверку. Можно еще раз, что мне там забивать надо? Каст, большой-большой каст. Называется шторм. Окей. Если Локи СС мне дает, значит мой диван для него, да? Не факт, посмотрим. Все готовы, поехали. Давай от первого начинаешь. Ера под первых адов. Саппорта все пьем. Гилу? Кто там на гилу, не забудьте. Все саппорта пьют. Кават начинаешь первый, поехали. Чего там забыли два элема, звездочки? Все стоят под боссом. Полностью все стоят под боссом. Ну не надо, лучше у меня так сразу перехватывает. Лучи не набираете вообще. Вот там... Старайтесь по минимуму. Неликс, наберешь больше 5 стаков, начислю. Увижу, на ком-то будет дебаф до того момента, как я проанонсу, что больше 5 стаков, я поначисляю. Луцин не выбежал, 250. Диспелов не вижу. Вот один был, второй. Лёха. Нормально. Мобам, где перекрытые порталы? Почему мобы не перекрывают порталы? Два танка. Рейд получает дохуя урона. Бабл лёд. Кто знак не умеет? Молодцы. Баба. Метку вынеси. Не надо ловить. Ложимся. Линкуем урон мне по мобам. У кого меньше 8, если ДПС будет это, по сравнению, блять, хуёво,
по сравнению хуёво, значит будем начислять. Там его подвал что сразу подставили из-за этого быстро. Так, Библ, жрец 1.27, Мозер тоже нормально. Керс нормально, нормально, нормально. От резиста и всех, кого ниже, начисляем. В два раза меньше, чем шестая позиция. В два раза. Так, сейчас, подождите, сейчас что надо было сказать? Стоим под боссом. Метку выносить надо из рейда, если на тебя кидается. Нет, на мне метки не было. А на ком была? Метка, ну, видимо, на мне была. Я встречал моба и не видел этого. Извините. И в рейде, поэтому ты, блядь, взорвал метку, да? Ладно, если бы ты встречал моба с этой стороны, блядь. Почему ты в рейде встречаешь моба? Ну, моя задача, чтобы он не успел скастовать. Я не видел свои дебафы в этот момент. Что у меня вен настрой? Или учить надо постоянно? И этот... Как эта херня называется по стакам? Сила бездны. Сила бездны. Сила бездны, бездна большой будет. Ввожу себе дебаф Killbot, ввожу дебаф Killbot. Вижу кого-то больше 5 до того момента, как я скажу. То есть этот сразу начисляю 250. Я предупредил. А можно мне 16 раз взять? Нельзя никому. А этот луч не попадет на тебя, если ты не встанешь на нее, правильно? Попадет, если ты стоишь под ним. Ну, а если он случайно попадет на тебя и будет больше... Лишний стак, который попадет один. Понимаешь, если лишний стак где-то один попадет, я это сейчас увижу. Если, блядь, будет там 10 стаков, когда у других по 5 еще нету, я буду таким людям начислять. Подожди, я не понимаю, Леха, а зачем? В чем смысл здесь? Ну, у кого-то я, например, могу взять 16 и буду стоять, и по мне урон. Дай проверь. Листа баф дайте. А этот, с этого пула, если дамага не будет по присту, блять, и по провидцу, я буду начислять. Я сейчас не шучу. 250, блядь, спокойно. Алёха, а по диспелам что ты там говорил, нам диспелить не надо будет или что? Ты даешь один диспел, Настя дает один диспел. Все, больше не надо. Хорошо. Все здесь, поехали. СС какая-то появится, обновить. Браха. Я в курсе, я все вижу. А нет, легко. И точечно тоже потом не диспелим ничего. Я говорю, ты даешь один диспел, Настя дает один диспел. Все. Иногда почему я даю один масс диспел и даже ни одного после сейчас этого не сваливаю. Давай не сводить, я сказал, что вам нужно делать. Почему первый раз? ЖНН. Нормально. Я знаю, Лили. Не отвлекайся, тишина полная в дискорде. Вы умрете. Жрец, иди, блин, закрывай там это. Луч. Мили жрец убил. Луцин 250. Почему мага убивает жреца? Жена не поднимает. Каст прошел, жена. Тебе 250. Танкил.
скилл разбился. То же самое. Посмотришь потом. Поставить. На смерть резиста глянешь потом. Че, себе перо не можешь дать? Силового нету. Сейчас куплю. Шторы, резист, масса. Лутынь. Присты ловите. Ты... Сами не проебываемся. Моба. Конька. Вы умрете. Второй появился, портал закрывается. Казби, где? Там кил. КД у него. Рома. ТТ, это КДМа. Если щит забивается, вы можете любым контрспавом закрыть. Бой. Бой. Лёха. Бабло не это СС. Тимыч, поднимай плат. СС обновились? Нет, 3 минуты еще. Больше даже. Подай 2 мана, есть? Поставил. ТТ. Берите лучик, тогда в босс иди. Азум. У меня тут хуйня не работает. Не, с бездной с большой буквы. Слово бездны с большой буквы. Тут у всех по 5. Конника 10. Да. Забери селочку. Ману Настю залить в руины. Бой. Провидец с этой стороны идет, где я залетел. Вы умрете. Клад, забери одного провидца на себя. Того отлетает. Танц. Луч с этой стороны. Чё, блядь, с той стороны мобы делают? Они кастуют, стоят. Они не ходят, когда... Ну, типа, они всегда ходят. Каз, бейте, лема. Два луча, ну подведите вы ебучек моба. Ладно, бейте. Нет, как. КД. Не вижу на ком. Трумсингер. Вынесли. Окей, ложимся. Бага, слышал в таком виде? Что Трумсингер не вынес? Так я был в этом контроле. Ослепление. Там ослепление было, но. Вага, слышал, сколько ему людям начистить нужно? Я не мог. Нет. Магам двоим, Жунену. Вот Сеню. Ты глянь, смерть резиста, а потом начисляем. Били атака жреца.
Лёх, там уже Ноэн, он не может физически один, у него не откатывается. Он сбивает один каст, потом следующий идет. Он там не был сбит первый каст. Первый каст не был сбит. Я почему и про него и сказал. Потому что это был первый каст, не второй, а первый. Второй, если что, есть телема. Там окей, два... жена. Пересмотрим видос потом. Окей. Если там был первый каст, я тебе начислю 1000 тогда. Это сейчас вот. Второй был каст. Да и не про сейчас. Каждый равно... первый сбивали, второй не всегда сбивали. Быстрее врубаемся. Это долго, блять, очень врубаемся. Пиздец, как долго. Срезайте людей, мы срезайте. Там кто-то путает и сбивает хил этой штукой вместо дезориентации. Рыба стоит. Невынесенная метка, давай прейда. Не сбитый каст, давай прейда. Элбрилману регенить будешь? Или так? Чё Настю никто не резал? Два раза резал. Настя здесь? Баф дать? Да, только рез прошёл. Что не бафить? Слева помоги. Шкаф. Шкаф, он киллос мод. Гел, вон рыба сзади, рейды. Угу. Мисс Клик, я тут. Ганкил здесь? Да-да-да. Все готовы? Да. Давай отчет. Оба. Вы умрете. Каста. Лёха. Во время каста не танцует. Под конец каста можно станцевать. Прям под конец. Сядь, Кирс, чего не сбили?
Женуэм. Леха. Женуэм. Метка. Сильнее, пожалуйста, принцип. Я убрал. Леха, бабу. Что, зачем ты так делаешь? 5 стаков взял и все. Ну, я стоял там, взял переходил. Ребята, хотите щиты, кидайте инеры. У нас друидов больше, чем инеров. Поставил КТ. Берите меня. Мамов активнее подвели, закрыли портал. Посты, блядь, не приебите, сбейте. Свич по мобам. Каст. Медведя заберите. Кем вы? Казум, появитесь, стать. Тимыч. Ну, можно я на? Тимыч. Метка, блядь, вы чё, ёбаный в рот? Лёха. Жми, баб. Мобов быстро, свечно. Каст. Инеры по откату. Боки. Ассас есть. Надо было диван перед этой пометкой.
Кимбыч. Да, там. Эрдру маны против. Нет, мана, отдай на его. Первый умер, Тимыч. Кто стаки набрал? Тимыч. Ну, видишь, я ничего не... Я ничего не подходил. Мопу ебашь. Дебаф. Ты когда ловишь 20 стаков, набираешь 20 стаков, с тебя влазит моб. Бьем дальше или все? Этого а нельзя. Сказали же вроде, блядь, типа стаки отслеживать, нет? Там больше 5 не набирается или что? Еще раз говорю, я ничего не набирал, я отхожу, ко мне его подводят. Кого? Луч. Как тебя луч подводит? Понятия не имею. Я вот специально смотрел, сколько я бью в босса, специально дальше от лучей подхожу, его ко мне. Я последний стаки, но вот куда бы ни вставал. Луч подводит. Луч бьет из определенной области строго в босса, его перекрывают игроки. Он за тобой следовать не может никак. Если ты от него отошел, он перебрасывается на другую цель. Ну вот я еще раз говорю, либо человек подходит туда. Маленький секрет, блядь, для особо одаренных, одаренных и так далее. Вот это вот со стороны, если вы будете бить босса со стороны звездочки, тут лучей не бывает. Со стороны, блядь, выхода, откуда, блядь, мы пришли, лучей нету. Ну так, для информации. Если кто-то не знает. Так, ставлю рыбу. Поехали. Еще, дальше. Пожалуйста, информация для друидов. Иннеры по откату, потому что, блин, больше маны вы становите. Не забывайте, пожалуйста. Я когда не танчу, я даю иннер по КД. Ты молодец, к тебе претензии какие-то. На... А что, ко мне, Настя, есть претензии? Ну, к Жужжу делайте... у меня больше всех претензий. Сделайте макрос на Настю. Автоматически будете кидать. Сейчас тишина в Дискорде. Этот, Калат, будешь уносить, когда ты металл нажимать? Я сейчас кое-что посмотрю. Чё, тебе показывать его бездну? Всё, бафы даём. Даю проверочку. Кто-то откидывает хилку. Приста, который сбивается любым кастом. Откидывайте только каст. Дезориентация. Тогда может я шторм откидываю, попадает на хилку? Если же или же Ноэн, или Кирс, или Сядь. Три человека, которые могут это делать. Еще раз проверку. Мозер. По друидам нет кулаков, крестов и всего такого. Все, поехали. Мозер метку дай на босс. Че так же по 5 стаков, да? Таун. Да. Таун. Лага, 5 стак. Да, нет.
таун. У нас приемчик. Вот сейчас второй таун. Вот опять. Жми бабл, невосприимчивость. Вот 7-5 стак. Каст. Делорус 5. Не вижу на ком метка. Что? Рестер друид, шторы. Он ничего не может сделать, потому что было кольцо. Киной стоять, жрецу, можно. Либо 6 стаков. Вот 7 стаков. Локи 6 так. Элбрил. Если я называю ники, значит вам больше ловить нельзя. Анкел 6 так. 7. Да. Меня почему-то не подкинуло. Там. Блять, невосприимчивый. Мосса. Мосса. Когда первый невосприимчив, выжили и, там. Тихо, жена 7 стаков, кет 6 стаков. Мазер 5 стаков. Мосса, чё сдох? Не поймал лаги. Там после брат. Каст. Нету никаких дебафов. Резист 2. Почему не закрываешь? Казум. Коника. Да, да. Белдри. Таун. Сними массу, что? Настя. Понятно. Элбрил, Мистер Шторы, Полина, нету дебаф. Тимыч, то же самое. По 5 штучек наберите. Прохил. Че, можно же моба поставить под луч, нет? Ну, моб стоит, я не знаю, чё, за чем не стоит моб. Его закрыл. Шторы поднимешь? Шторы. Метка. Шторы, метка. Вторую будет. Угу. Таун. Шторы закроешь, хоть это наберешь немного стак. Кир, сколько у тебя 16? Тебе не было анонса набирать больше стак. Таун. Мозер. Че с прохилом? Две метки пропустили. Дебаф на рейде висит. Не вынесли. Засадка или по хп? Да. Сейчас, ты секунда пропал. Пал дебаф. Дайте бы... Калату подними или, блядь, жена Калату подними. Шторы, где БР, помойся. Каст. Женуэн. Шторы здесь, блядь? Женуэн, выйди. Женуэн. Ты убиваешь Рэй? Третья метка. И выйдем.
нас, по-моему, люди не слышат вообще. Что, у меня микрофон плохой? Нет, хороший. Нас просто люди реакции. Наушники у кого-то плохие. Шторы в Дискорде, блядь, нет? Нету в Дискорде. Вроде был, он еще микрофон выключал. Может, это у него микрофон был, то что там он, ну, вроде мог как на у него, кто-то кажется, говорил. Но вот он просто, может, это пофиксить не мог. Шторы! Прием! Я видел, он просто... Он сидит же, шторы, микрофон просто выключен. Так а наушники-то при чем? Он слышать-то должен себя, если микрофон он отключал. Я просто предположил, я не знаю. Наушники или колонки? А вообще есть программы, которые эти дебафы отслеживают, тут даже анонсить не надо, типа Power Auras, там Tell Me When, туда-сюда. Ну я смотрю за стайками. Три метки было на рейде, не вынесли. Шторы слышишь? В Дискорде нет. Где был БР? Почему не вынесено две метки? Он одну не вынес. Там на нем один раз было. Первый раз было на нем, потом второй. Первый раз было на нем, он не вынес. Потом Настя не вынесла, потом жену Эм не вынесли. На нем был один раз. Один из последних был он тоже. И было в самом начале пула тоже такая же хуйня. Значит, больше не вынесли. Вага, начисляй. Тора. Заметочку. И всем, кто не выносил. 250. Блять, реально, отследить один дебаф, не вынести, это, блять, уже, не знаю. Я отслеживаю, блять, 25 человек дебафы. Плюс еще босса там еще. Как на карьер, блять. Ретаунд делаю босса. Кир, с какого... Ты понимаешь, что ты, блядь, под этими ебучими стаками, ты отваливаешь? Какого хуя ты там вообще стоял? Вот зачем? Ты стоишь под боссом, окей. Кому я говорил по тысячу раз в плане босса, блядь? Почему я говорю, блядь, бейте вот с этой стороны, блядь? Здесь никогда на вас лучей не будет, блядь. Никогда вообще, блядь. Потому что лучи идут в босса слева, справа и сзади. А как называется метка, которую надо выносить? Гнев астроманта. Астроманта с большой буквы. Гнев с большой буквы. Метку, которую нужно выносить, называется знак звездочёта. Гнев звездочёта. Да, да, звездочёта, да. Блять, забили болт, это уже другая проблема. Если что, я бы сказал, если бы забили болт. Но нехуй ловить лишние стаки, блять. Последнее, сука, китайское предупреждение. Увижу, без анонса, блядь, что вы набрали больше 5 стаков. Больше 5 стаков. Ну, там по случайности можно еще переборщить, там один стак где-то взять 6-й или 7-й, блядь, по случайности. Но если увижу реально больше 5 стаков, и увижу там целенаправленное набирание стаков 7 штук, то есть или выше, я буду начислять по 500 ГП. Сразу объясняю, чтобы вы понимали, насколько это очень сильно мешает хилам и мешает рейду. Типа, если вы будете набирать стаки, я буду носить, у кого нету стаков, у кого есть стаки, кому эти лучи перекрывать и тому подобное. Не надо, блядь. Я вижу стаки на всем рейде. То есть, грубо говоря, условно, если, блядь, у меня 25 человек в рейде, находятся под 5 стаками, сколько надо хилить хила. И то же самое, допустим, у меня находится, блять, 10 человек под 10 стаками, и сколько надо хилить хила. Типа, это большая разница. Этих 10 человек они должны верхилить. А 20... физически... Понимаешь? А если я физически могу держать стаки, чтоб хилил не отвлекаясь на меня?
Зачем? Нам надо по минималке, блять, подойти, сука, с этими ебучими стаками, чтобы у нас на вторую фазу было минимальное количество стаков. Там потому можно что... стаки пропускать до 100 стаков босса. Если 100 стаков идет, то вайп. Если там 60 стаков босса, то не будет ничего. Я сейчас объясняю, блять. Знаешь, почему по минимальному количеству надо стаков, блять, на вторую фазу? Потому что на второй фазе 3 ебучих луча, блять. Три ебучих луча, блядь. И у босса остается 30%. Сразу объясняю, нет, на порядок. Я знаю, это понятно. Три луча, а лучи никем, блядь, не перекрываются. Мобов нету, чтобы перекрыть. Там это, стаки Лёх, будут... вопрос. Там стаки я... будут лететь, блядь, не... с неимоверной скоростью просто. Смысле, набираться на них. Описали, что есть мобы, выходят. Я на первых пулах босс был шторы друид, и я как бы не в курсе, что теперь метки нужно выносить. Потому что раньше мы стояли в рейдах, чтобы люди не улетали. Я сейчас не в курсе, что их нужно ловить, блядь, этих людей, которые улетают, и что выбегать. Поэтому я как бы вообще не при делах, на самом деле. И у меня дискорд сейчас вырубил. Я тебе в чат лайфхак написал. Да, да, ну я говорю, у меня просто вылетело к хуям из диса, и я ничего не слышал, и я вот даже скажи, не слышал. Скажи, вчера делал? Мне интересно просто. Вчера я на замену, попросил, потому что ты мне ты сказал... Ты был в рейде пару пулов. Слова уебищная. Да, ты был в рейде пару пулов, и эту хуйню я все объяснял. Не, один пул я был в рейде. Ну, по крайней мере, всегда перед пулом я объясняю, блядь. Что куда выносится и что делается. Если вы это не хотите слышать, это ваша личная проблема. Все, вопрос исчерпан, хорошо. Перед каждым пулом, блядь, я объясняю, куда ставим пета, блядь, куда становится речь, что делаем и тому подобное. Слушайте перед пулом, что говорю. А потом, блядь, задаются вопросы, а мы метку тут выносим? Этот, по диспеллу. Не был, как бы... ХМах и я... просто не помню какой ни. Долора, сколько пят на дисплее? Био 3 минут. Долорес, есть статистика, сколько пят на дисплее твой? Ладно, сделаем проще. Сколько на дисплее Долорес? Бля, ну там будет дисплей от Долореса или от пятна. 19.